25 октября 2016 года. Это Володя Пащенко. Прочищает дорожки, ограду. Первый снег такой настоящий выпал. Первый раз взял в руки лопату. А то выпадал и растаял. Так что у Игоря гречка ушла под снег. Жду, когда Володя покажется в объективе. Видно, с крыш пурга идет, сдувает снег. Вот он вышел. Это он вот у крыльца тут все расчистил. Это вот зеленая дверь моя, рядом Надежда Васильевна. Вот он идет.
Вот так сибирская зима вступила уже в свои права. Володя. Свет там включи. О. Пробил дорожку. Все.